Друзья, всем привет! Я снимаю отель Laren Family. Вот он прямо за моей спиной. Вывеску вы видите. Сейчас переключу камеру и покажу вам все более подробно. Итак, вот он отель Laren Family от Ren Group. Здесь находится офис, центральный офис Ren Group отеля Laren Hotels. Этот отель был построен примерно около 2 лет назад. Это первый их отель. Вот кругом надписи идут. Laren Family Hotel and Spa. Штендер отеля. Флаги. И вот мы подходим к центральному входу в отель. Так, заходим туда. Здесь я вам сразу покажу, у отеля есть вот такая небольшая площадочка, где можно посидеть, попить чай, кофе, какие-нибудь напиточки. Здесь небольшая детская площадка. Выезд, заезд для машин. Ну и сейчас зайдем непосредственно в сам отель. Так, заходим уже в сам отель. Зона ресепшн. Hello, Мераба. Мераба. YouTube channel. Ресепшн. Здесь елочка. Скоро будет Рождество и Новый год. Красиво все украшено. Такие вот цветы, ягоды, типа черники большой. Еще раз вам покажу елку. Здесь вход в ресторан, основной ресторан отеля. Но он же единственный, в принципе, пока закрыт. Здесь такие фигурки интересные стоят. Тут хранят вещи туристы, которые только заехали или собираются выезжать. Здесь у нас вход в зону спа. Вкратце покажу вам программы. Спускаемся вниз и попадаем в зону спа. Здравствуйте, Мераба. YouTube channel. Снимаю. Game is gender. Здесь у нас вот такое украшение. Вход различный. Hair Studio. Парикмахерская, Coafor. О, спортзал есть. Спа-центр. А здесь фитнес-центр. И здесь есть даже штанги. Штанги, гантели. Как хорошо. А я даже и не знал этого. Телевизор, тренажеры. Очень хорошо. Год назад штанг не было. Спа-центр. Джакузи большая. Массажная комната. Здесь у нас что? Тоже массажные комнаты. Сауна. Горячая, прямо дверь горячая, стекло. А здесь, видимо,
холодно, я тоже хамам. Сауна хамам. Все очень красиво, оформлено стильно. Так, ну все, поднимаемся непосредственно в лобби обратно. Отель небольшой, но довольно-таки стильный, уютный. Сейчас покажу вам лобби. Так, вот это входная группа, через которую мы зашли. Здесь лифт. В отеле 4 этажа. Поднимаемся наверх. Здесь вот такая зеркальная стена, в которой телевизор вмонтирован. В эти зеркала вмонтирован телевизор. Огромная зеркальная стена. Стоит Siemens инвертор. Нагнетает тепло. Здесь у нас бар, основной бар отеля. Мераба, мераба. YouTube channel, ролик. Ассортимент бара. Чай, кофе, молочный шоколад, пиво, вина. Турецкие хорошие марки. Водка, вина. Соки тоже выделены. Ну и сейчас выходим к бассейну. Сегодня у нас на дворе 24 декабря. Посмотрите, бассейн полный. Воду не спускают. Бассейн чистят ежедневно. Второй открытый бар. Кальяны стоят, пиво. Вечерняя подсветка красиво светит вечером. Стульчики стоят прямо в воде. Спуск удобный в бассейн. Лежаки, доски, настил из досок, очень приятно ходить по доскам. Шезлонги в воде стоят прямо. О, такой кошачок бегает. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс. Ать, боится, ушел. Вот так вот уютно все сделано, хорошо. Банановые пальмы, растения, оливковые деревья в катке большой. Открытая зона ресторана. На улице тепло, где-то примерно плюс, сейчас уже вечер, сколько времени? Начало 6 вечера. Солнце уже заходит. Повторюсь, сегодня 24 декабря. Посмотрите на гладь бассейна. Как красиво. На улице тепло. Плюс где-то примерно градусов 18, наверное, сейчас. Итак, еду в лифте. Всем привет! Как показать? Вот. Сложно еще выбрать ракурс, чтобы и я был здесь. Всем привет! Все, приехали. Четвертый этаж. Сейчас покажу вам наш номер. Ну, в коридоре такой полумрак, сумрак в коридорах. Здесь висит живопись «Авангард». Плохо, наверное, видно будет.
Сейчас пройдем в наш номер. Вот он наш номер, 405. Итак, заходим. Так, ну все, вроде свет повключал. Итак, давайте, значит, сразу же над входом висит кондиционер Siemens. Повторюсь, отелю всего 2 года. Шкаф такой нажимного принципа. Вот кондишн включился. Здесь сейф. Сейф. Так, все падает. Ящики. Под обувь или еще под что. Итак, вот санузел, вот так вот он закрыт, вот в таком состоянии кабина, с матовым стеклом. Это санузел. Открываем, заходим. Раковина, ящик, фен лежит большой. Там у нас туалетная бумага, полотенца висят, раковина, все, дозатор с мылом. Зеркало косметологическое, вот такое зеркало с подсветкой. Унитаз. И здесь у нас полотенце. И телефон, естественно, напротив унитаза телефон, чтобы во время процедуры можно было кому-то позвонить, видимо, да? Здесь у нас душ. С дозатором тоже все. Все нормально. Проходим дальше. Смотрим, тут такая вот мраморная столешница. Здесь тумбочки, освещение. Вот так вот все это сделано. Большая двуспальная кровать. Здесь у нас такое вот зеркало большое. Покажу вам его издалека. Вот так вот оно выглядит. И это зеркало не просто зеркало, а это зеркало-телевизор. Сейчас попробуем включить. Оп, загорелось. Сейчас вы увидите. Так. Вот. Загорелось. Вот он телевизор. Выключим. Итак, что нам дает? Нам постоянно носят воду. Сахар, кофе, чай, какао, что ли, или что там такое. Мини-бар. В мини-баре ничего нет. Это мы тут купили в магазине айран, сыры разные, положили туда. Итак, значит, вот как я сказал, под этими картинами авангардистскими большая кровать двуспальная. Здесь тумбочка прикроватная, здесь односпальная кровать идет. Тут стоит под чемодан, стул мягкий. И вот это кресло, оно также раскладывается в длину. В нашем номере балкона нет. Вид вот такой. Там вдали где-то вот виднеется море, видно. Небольшие участки моря за домами. Отель находится в первом квартале от моря. Ну и вот вам покажу. Вот так вот у нас... Все видно. Вот там виднеется море. Все. Вот такой вот хороший бутик-отель. Нам он нравится. Мы в него приехали уже 2-й раз. Здесь хороший вышколенный персонал и отличные управляющие хозяин этого отеля. Они нас очень рады были видеть. Очень хорошо нас встретили, потому что на 2-й раз к ним приехали. Предоставили нам хороший номер. Ну и различные другие плюшки, так скажем. Все, на этой ноте всем пока. Если вы хотите на зиму, именно в зимний период, приехать в Анталию, и вам интересен район Лара, интересно пожить между Дюденовским водопадом и торговым центром Терра-Сити, то я рекомендую вам
остановиться в отеле Лорен Фэмили. Это действительно будет нормальный, достойный выбор для своих денег, для зимнего периода времени. Всем пока! Друзья, показываю вам, как выглядит Лорен Фэмили вечером при освещении, новогоднем освещении отеля. Вот тут такой вот олень сияет огоньками. И вот вечерняя подсветка у бассейна. Илюша, держи. Смотри, Аня, лезет ведь в воду. Красота. Для красоты. Вот Кирюша гуляет. Вот так вот выглядит вечерняя иллюминация отеля Лорен Фэмили.